Всем привет! Я в магазине «Одна цена», город Орск, улица Советская. Это магазин фиксированных цен. Только здесь три линии цен: 50, 100 и 200. Итак, давайте смотреть товар по 100, по 50 рублей. Есть маленькие, побольше. Интереснее есть. Разных цветов и форм. Различные корзиночки разных цветов. Емкость для СВ печей. Резинка широкая, средняя и тоненькая. А это вообще даже не резинка, это липучка. Различные ножницы, канцелярские товары, набор кистей, разные цвета у ручек кистей, ручка, невидимые чернила для шпаргалок. Нанесите надпись на бумагу. Надпись будет не видна. Прочитайте надпись в свете фонарика. Доска магнитная. Три предмета. Маркер, доска. Две штуки. Черные и красные. Пластик. 9,5 на 9,5. Циркуль и запасные стержни. Ситечка в виде эйфелевой башни. А это что у нас? Помидорчик или ягодка какая-то? Человечек. Штопор с открывалкой и ножом. Удобная вещь. 11 на 2 сантиметра. Ручка на крышку. Набор пробок для бутылок. Пластик 2,5 на 2,5. И набор пробок леек. 10 на 3 сантиметра. А еще конфорка. Для каких-то мелких, наверное. Конфорка металл. 13 на 13 сантиметров. Мы на таком чайничек заваривали раньше. Сейчас у нас другая плита. Различные коврики в раковину. И квадратные, и пластиковые. Вот такую я положила, мне нравится. Такая. И гибкие, и не гибкие. Все по 50. Напоминаю. Чашечки. По 50. Соусник, чашечка зимняя тематика и небольшие пиалки. Теперь товар по 100 рублей. Чашки с тематичным рисунком. Только я не вижу, где он тематичный. Что-то я сказала, не подумавши. Здесь какие-то кошечки. Новогодний, но не тематичный. Различные тарелочки, глубокие салатники. Чашечки в упаковке для кофе. Рисунки разные у них. Ваза для цветов. Небольшая. Мини-сад. Три горшка плюс поддон 33 сантиметра. Для цветов, рассады и других растений. Это по 100 рублей. Контейнер.
контейнер для яиц и контейнер для нарезки. Набор садовых инструментов. Они из пластика разных цветов. Разделочные доски небольшие. Где-то, наверное, 15 на 15. И такая разделочная доска вместе с ножом. Перчик. А мы сами такой насушили. У нас тоже висит только с огорода. Для фигурной нарезки нож 19 на 6. Подставка для зубных щеток на присоске 13 на 15 сантиметров. Немного игрушек, скоростной трек, 7 деталей. Световой жезл управляет дорожным движением. Различная посудка. И куколки. Подставка для ручек, карандашей. Здесь вот, пожалуйста, линеечка, ножнички. Фоторамка. Смотрите, какие дискотека. Хочу взять вот такую пароварку. Очень удобно. Хоп. За 100 рублей. А теперь товар по 200 рублей. Такие интересные шары какие-то с гранями. Часы, будильники. Свечи. На батарейках. Интерьер, набор. Цветы искусственные. Смотрите, какой домик. А это что такое? Что-то такое большое, огромное. Вилка. В общем, огромная вилка и огромный нож с зазубринами. Кто знает, для чего это, напишите, пожалуйста. Форма для выпечки с каркасом. Силикон 22,5 и 4 сантиметра. Здесь она имеет каркас, можно держать. Я в прошлый раз снимала видео, первый раз формочки делала. Взяла, и все у меня вылилось. А здесь я, пожалуйста, надо было, оказывается, поставить на доску разделочную, а потом подносить в духовке. А я вот до 55 дожила и не знала. А здесь, пожалуйста, берешь ручки. Здесь она мягкая, а здесь на каркасе. Хорошая. И такая же на каркасе с 6 ячейками. Столовый набор из 4 предметов состоит. Вот эта ложка очень огромная. Контейнер с клапаном. Здесь имеется ложечка, еще один контейнер и на клипсах. Сахарницы, различные мечи, комнатные тапочки, здесь прям такая вот губочка под пяточку, и здесь махровые внутри, интересные разные расцветки.
и голубые, и желтые, и различные. И здесь тоже самое. Пяточка повыше, остальное пониже. Набор. Чашечка, блюдечко и тарелочка. Даже можно, не знаю, блюдечко все-таки. Термокружка. Овощи резко и насадки. Ступка, я ее уже, по-моему, как-то показывала. Пластиковая, коричневая. Она ощупь, она как будто деревянная. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.